идет в зал, используется стандартная связка наушники-капельки плюс звукоизолирующие наушники поверх, которые довольно сильно, кстати, давят на уши. В них неудобно. Но такие правила. 100KG ворвался, говорит, Касх, дави. Not really known as a player who plays too amazingly and surprising. Does he have anything new in store here for us? As we move to map number one, last refuge. Ну что, Кэш? Which is going to be a good start for the Blade Master, certainly here for Cash. По крайней мере, не сегодня. Не сегодня умираем. Надо бы попозже. Желательно, конечно, из группы выйти, но это сложно будет. Но для начала нужно справиться с Colorful, чтобы остались шансы на выход из группы на втором месте. Ой, а Кэш мог фокуса замочить. Мог фокуса замочить, мог сделать себе, конечно... Так раз он не поменял Кэш. Собрались. Дал ол, почему орком-то, говорит Хандред. У Хандреда был какой-то инсайт. Ну, конечно, как раз эльфов на отборочных убивал, да? Альянсом. Ну, ладно. Может быть, из-за карты? Интересно, он может расу менять в процессе серии? Кажется, есть запрет на это. То есть, выбрав расу, он уже не сможет изменить. Ну, Фоги как раз не выпустил. Нифига себе, там фаталимер проявился, ничего себе. Смотрите, какой у человека айдишник, просто посмотрите. Ну, там спейл, конечно, рядом портит картину, но... Добрый день. Начинается потихонечку крипинг. Пион. Любознательный. Что там выпало? Перчатки скорости, ладно, нормально. Церклетка хорошо. Спейл читер или проплатил? Нет, спейл он древний просто. Он... But that's not the case. Он давно в теме, еще с прогеймера, с Торней, с проплея. Так, перчатки силы из Морлока падают, второй уровень. Кэш подбегает, есть кого подобивать, минус Морлок. Начал работать по энтам. Да, отлично. Еще Арчу подрезает, не знаю, достанет, не достанет, может и достанет. Ну покажите, ну ё-моё. Нана. Готово. Что? Серьезно? Что? Что? Ничего себе. Реально он будет через один барак и Хантрессу выстраивать экс? То есть у него нет грейда на Т2. Он сделал, да, он будет делать все-таки нычку и Хантерс Холл делает для того, чтобы... Ну это же... Слушайте, ну, давайте посмотрим. Кэш понял, что происходит. Так, замаска пошла. Можно вообще отменить экс. Хотя Виндвок только один. Блин. И не подойдешь же к Грунцерам сейчас. Да он видел его до этого еще, когда подходил. Пытается Кэш отбить. Прикопка первая пошла.
от менеджера. Но это минус Грант, скорее всего. Ой, Блейд продолжает еще нарезать, пока бьют Гранта. Это очень хорошо. Не очень много потратил, на самом деле. Вообще, конечно, хорошо стартует. Да, минус Грант, но минус 2 арчи. Отмена экспанда. И тыкает Т2. Вынужден на Colorful, ну просто потому что понимает, что ему нужно эксп ставить уже значительно. Нет, вообще начало просто прекрасное. Там тег сдвинут катастрофически просто. Сейчас делается уже СХ, у эльфа только начало тира второго, понимаете? Ай, ну кэш, ну ё-моё, ну аккуратненько. Colorful все равно будет ставить этот экспанд, понимаете? У него особо выбора-то нет. То есть он его, скорее всего, будет просто ставить сразу же на шахте. Да, он заказал Т2, но просто потому, что не мог тут же поставить эксп. Блин. Еще минус Грант 1, судя по всему. Да, согласен. Зря прикупку еще одну потратил. Colorful. Ну, шаманы будут. Для пуша, видимо, это соколовская стратегия, да? Ну, так он утверждает, по крайней мере. Я бы не стал ему верить. Да, и будет пуш с сухой на третьем уровне на экспанд. То есть, ну, меня смущает, что все-таки Colorful забил на эксп. Ну, то есть он вообще должен был, по идее, стремиться как можно раньше. Вот он отогнал, убил второго Гранта, отогнал Блейдмастера. Надо было побежать, наверное, экспанд, если он хотел действительно экспанд. А так получается, что он отказался от этого плана, что очень странно. Ну, посмотрите, на руках у него по-прежнему огромное количество ресурсов. Вот комментатор тоже говорит, ему уже нужна вторая база. Да, и проверяет сейчас кэш, экспанд. Он там ничего не видит, выбьет, скорее всего, из огра. Ай, плохая ситуация, сейчас можно штрафануть. Плохо. Прожимать рано, потому что сетка... Вот сейчас можно прожимать. Скролл спит. Нет? Да? Нет? Сражается? Что? Прикопочка. Пурч. Хорошо. Не, неплохо катит. Смотрите, еще сейчас кота подрежет, сетка на кота от мурлоков. Он прячется, правда, собака. Да, только сейчас день будет, надо попробовать отстрелить. Ну, конечно, не доконтроливает. О, еще големы помогает нам. Камень кидается, минус хантреска. Отлично, конечно, блочит кота. А не унижение ли это? Я вот сейчас не могу понять. Ну, во-первых, нам удалось навязать игру свою. Нам удалось отменить экспанд и изменить кардинально, причем, планы эльфа. Даже вот в такой ситуации, где вроде как, ну, не очень хорошо начиналось все. Ну, приходит к тебе там кипер, 4 хантрессы, 1 арча, у тебя СХ, 2 гранта и шаман подходит. Второго героя, ну, в смысле, основного героя рядом нет. Ну, плохая же ситуация. Нет, говорит кэш. Микрит убивает больше, то есть он убивает 2 кота, а теряет 1 грунцера только. Да, и ставится абсолютно не тайминговая база. Ай, ай, о, не, все спокойно, там подвисло. Ой, плюс 6 агилы же еще, а, я не заметил. 3 серклетки и сапог на 6 агилы, здравствуйте. Добрый день. Ё-моё. Ну, третий хочется, конечно, лучше 3-3. И главное, нет серьезного преимущества у эльфа по крипингу, посмотрите. Да, там третий кипер, но сейчас будет тоже третий блейд. 2-2, короче, 3-2-2 тут у нас, очевидно. Третий блейд хорошо, пошел реген. Так, 46 на 37 у нас с лимитом, вообще все прекрасно. Видит.
Is Colorful not making army? He's been sitting on four hunts for a long time now. He needs to make more units. Надо сражаться вообще здесь. Хорошим. Порч пошел, провоцируем. Там большой инвул, правда. Ой, какие удары, вы видели? Вынужден 15-секундный инвул. Блок. Телепорт передает. Можно козла попробовать убить тогда. А, передал обратно. Алхимика можно убить. Да! Вау! Класс. Так, главное сделать разведчика сейчас на экспан. Или магазин собрать сначала. Магазин, может, соберем? Да, магазин. Ну, он, по крайней мере, туда зашел Блейдмастер. Мы же за свитком просто. Порш вынул это баг или фич? Это фич. Ну, в смысле, так он работает. Это нормально. Экспо ставит нужно кэшу и из. Да какой эксп? Он приходит, убивает эльфийские экспанты, все гг. Какой эксп? Затягивать вообще противопоказано. Догоняющий эксп, потеря инициативы. Что у нас за это самое, за эксперты опять? Так, Блейд рядышком, там была просветка. Не, ну а как он? Да, а чё ж вы кричите-то, если это quite obvious было? Ладно, мы приходим на вражескую базу. 50 лимита, на 50. Блин, замазаться бы. Там кота подрезают. Вторые змейки. Энтов мы... А, он еще тратит пурджи на этих, на котов. Готовится свиток использовать. Не, вроде разбирается. Высасывает ману. Змейки, конечно, просто разуплотняют котов. Свиток юзнул, к сожалению, все довольно красное. Ну, конечно, сейчас бы не остаться здесь Блэкмастером. Ходит в инвиз, высасывает ману. Блин, не хватает лечения, конечно. Не хочет Блейд, не может Блейд выйти. Блин, может... А, телепорта-то нет. Черт, скролл спит. Короче, нужно сейчас заходить в правый магазин, видимо, покупать два свитка. Блин, кэш ставит все-таки нычком. Видимо, из-за того, что не продавит свою. Беда. Беда. У нас, к сожалению, еще денег не так много. Но лимит хороший. И герои. Размен был хороший. То есть размен был плюсовый. Все нормально. Очень вовремя, да. Очень вовремя кэш оттуда ушел. Надо сейчас нычку свою отбивать. Но это уже можно сделать. Просто могут на халяву отменить. Надо сразу нарезать. Хорошо, минус тролль, но нычку пришлось отменить. Блин, а Блейд-то вот страдает. А, ну там нет прикопки. Шамана отконтроливает отлично. Гранты сзади, шаманы впереди. Lightning Shield на... Отлично. Можно еще накинуть на Арчу на какую-нибудь. Нет, не будет. Да, именно так. Кэш там пробегает по своей армии. Надо замазываться, надо что-то с экспандом делать, блин. Там почти 4-4, правда. Второе лечение бы зайдет очень хорошо. Берзерк 0, смотрите. Количество юнитов справа. 4 арчи, 6 хантресс и 0 берсеркеров. Можно с тем же успехом добавить 0 маутон джейнтов, 0 химер, 0 медведей. Информативненько. Привет, Аркнанс. Я не заметил вчера челлендж. Отменил его. Да, кэшу. Сейчас еще одно удачное сражение нужно дать. Два свитка, это очень хорошо. Жалко, да, жалко, что маны нет. Ой, Блейд получает 4-й уровень. Хорошо. Врывается в арчей, начинает нарезать. Там, правда, огр появляется в армии.
Надо уже первый свиток юзать, кэш. О, щилд еще на гранта, красиво. Первый свиток пошел. Четвертый уровень у Сахи. Еще один свиток. Пошли виспы. Падают еще два кота. 40 на 52. Очень красные коты. Минус еще кот. Минус арча. Изи. Кажись, изи. Минус алхимик, да? На-на. Мечка ставится, барак минус. Да, все красное, но почти 5-5 героев. Падает, кажется, первый грант сейчас вообще. Кот, арча, там одни трупы эльфийские. Изи. He gets map number one, one step Красавчик. Away from the lower bracket final. And then in their game towards the end, you'd also see the strength of highly upgraded grunts with their five armor. В общем, so очень хорошая игра. They have such a tough time dying. Huntresses, the later the game goes, their damage isn't that amazing anymore, especially after the most recent patches. And he didn't have the numbers. Colorful. With this strat, this mass Huntress strat, you can't be stuck at 50. You have to go to 60 supply, 65, and get the scrolls as well. Where were the scrolls? Where were the scrolls of protection? Но у нее такое было преимущество в определенные моменты. Все равно эльфийская это пога... Мог выиграть он еще. Там ты извращаешься, там латинг щилды накидываешь туда-сюда, герой у тебя лучше, там контролишь. Все равно было пара моментов. Первый момент это когда кэш неплохо сражался на вражеском экспанде первый раз, но все было красное. И не было телепорта. И он на Scroll of Speed очень вовремя ушел оттуда. Потому что если бы он остался, то там прям падали бы юниты массово. Там все было красное. Вот, второй опасный момент был... Когда второй опасный момент был? Ну, так особо уже и не было, да, наверное? And Cash had a good game there. It's not like he played perfectly and there was no chance at all for anyone to do anything. He played well, he played solid, and Colorful not quite on the same level. I agree. Cash is early, not really my taste, as you said as well, with the Peon Scout and everything being a little late, but it got it confirmed that this is Hunts, which was pretty important information. In general, Болеем. Right answers, надо дожать. Сейчас будет эльфийская карта какая-нибудь. Волнуюсь я за него, волнуюсь. Все складывалось в этой игре очень хорошо. Кэш прям пытался доминировать на протяжении всей игры. И старт отличный, и со вторым героем сражение было классное, с Сахой. Потом пара отличных сражений тоже. И тем не менее... Все равно не было такого прям доминирования. Ошибся бы разок, и все, и до свидания. To survive the lower bracket semi-final as the second Western player. We have received a lot of devastating losses, man. TVC versus Hawk, I'll never forget how that was possible. I've still no idea. So Cash, take it home, baby! Ancient of War again for Colorful next to the orange spot. That is normal and that should indicate a keeper as... Да, видимо, раз у меня... Ну, хотя, из какой Cash, смысл менять раз в процессе, если можно и так убивать, вроде как.
почти нет никаких сомнений в том, что Colorful снова выберет козла. Ну и Кэш тоже будет придерживаться стандартного героя. Should be the Blade Master, yeah. Or the Shadow Hunter first. We saw that sometimes, but that's very map dependent as well. Not so good here. Oh, Кэша же коврик, смотрите, я же жал. Good game-овский, посмотрите. Ей, класс. И наш коврик. А он еще есть у нас в продаже? shop.goodgame.ru. Кажется, есть такой еще. Tournament develops. And the patch, of course, also gets more да, есть. Ребята, ребята, отличный ковер. Скинул ссылочку в чате. Всего 750 рублей. Котик из чатика, я же жал. Кэш играет. Ох, шикарно. Константин Зимин говорит, у меня такой же, говорит, из твоих рук, да. Помню, Константин Зимин. Product placement. Случайно получилось так. Honestly, because if you have the harass in place, you can harass against the green camp, but only for so long. You cannot deny level 2, and that's already. Хотите играть как Кэш, да? Сразу предупреждаю, что хоть коврик и хороший, но он вам. Но будет приятно. Будет приятно на нем играть. Так, давайте к игре. Большой-большой инвул у кипера. Ох, Грант. Грант увидел. Ну там сверху подбегает уже Блейд. Может быть, Арчу забрать в... Да, хорошо. Придется вторую... А вот не факт даже, что он этой прикопкой... Нет, убьет, убьет, конечно. Придется, конечно, потерпеть, козлу потанковать. Надо попробовать добиться самостоятельно. Добил, молодец. Красиво. Да какая там, 130 золота тоже на Арчу потратил, плюс он потратил еще две прикопки и половину хп. Ой, прекрасно, и отменяет экспанс сразу же. Красавчик. Ну, конечно, выбивает пока зеленые точки. Он не хочет далеко уходить от эльфийского мейна, потому что... потому что вполне вероятно, Colorful снова попытается на халяву поставить экспан. Так. Может быть, имеет смысл тоже недалеко отходить и попытаться еще одного Мурлока подрезать. Грунцеры опасливо выходят с базы, озираются по сторонам в поисках козла с котом. О, а сейчас? А, сейчас идет поиск. Все, кажется, Хантреска спалила направление козла. Ну, в смысле, где находится армия. Она же на точке сбора побежала. Так. Хорошо, Блейд отличился немножечко. Выбивает. А Colorful не строит снова базу. Неужели у нас... О, носочек Спайдермена, хорошо. Козлу тоже такой же. Типа, вот тебе баланс. Пожалуйста. Тебе носок и тебе носок. Все честно. Colorful бесцельно. Ну, то есть у него, повторюсь, есть цели. Он собирается поймать какой-нибудь гранта, подрезать. Но безрезультатно он бегает. Иллюзии так себе. Сейчас проверка еще экспанда. Прекрасно. Прекрасно просто. Снова там экспанд ставится, видите? Только Блейд оттуда убежал, все.
Пошел опять эксп. Here comes the creep deck now, finally colorful, finds the opponent creeping and hopefully an opportunity for him to find some kills. Добиваем огра. А, кстати, а почему мы отступаем? А, мы отступаем скорее от этих, от злых, как они называются-то, господи. Ну, нейтралов, короче, неважно. Ай-яй-яй! Блин, добивает. Да, Colorful добил. И пришлось им док еще использовать. Блин, не очень хорошо. Экспант уже на половинке. Банку-то мы выбили хорошую маны, но... Но отдали. Да, Тускара же точно. Целая раса. Вообще из нейтралов можно еще дополнительно сделать 5-6 разных рас. Там наги те же самые, которые были в компании. Огров этих огромное количество. Троллей просто миллион. Да даже каких-нибудь драконов разных видов, мастей, цветов, размеров с разными обилками. Можно набрать типов там, не знаю, 6-7 юнитов. Кто еще? Разбойники там всякие разные. Да, проработанный на тот момент был лор, конечно, в Варкрафте. Избыточный, так скажем, избыточный. И тех челиков с атакой хаос. Да, демоновская раса тоже. Огромное количество всяких хеллхаунды, твари, демоны. Тоже в разных размеров, с разными обилками. Блейд пересматривает, Хилен Вард выпадает. Да, опасный артефакт. Опа, и кэш сразу ставит экспанд. А, еще сатиры же есть, да, корабты эльфы эти, как они называются. Сатиры же. Так, это свиток, наверное, да? Свиток покупает, получает, конечно, еще козел прилично так по лицу. Процентов 30-40 в жизни отняли. Да, и сейчас Colorful будет ставить базу. Кэш, видимо, заберет магазин. Он также ставит экспанд, но он такой догоняющий. Может быть, Кэш собирается подзатянуть игру? В принципе, прокачанные орковские герои, особенно с артефактами хорошими, вот такими, могут его устроить. Да, там сова... Ах, амулет маны. Да, у Шадухантера... Шадохантера все хорошо, протекшн взял, залечивается, конечно. Там тоже артефакты прекрасные. Свиток и большой инвул, и амулет, и варды. Кажется, Colorful не в курсе об экспанде кэша. По крайней мере, он делает такую... Может, ну хотя нет, этот барак ему нужен. Это тоже вроде стандарта, чтобы выходить быстро из лимита котами с чакрумами. Что, давить, что ли, будем? Да, не обязательно ему давить, но он хочет. Минус один висп. Вышки, ну, змейки вторые. Диспл неплохой. Первая хантресса. Хилинвард делает, работает. Блейд перебивает. Кэш пытается отконтролить, блин... Рейдера. Да, отконтроливает рейдера прекрасно. Ну, он возвращается, ну куда? Ну, он просто хочет... Алхимик, большой инвул передают. И он умирает с инвулом! Вот ты, Вася, конечно. Минус ТП, до свидания. Так нельзя против кэша играть, конечно. И он отконтроливает еще двух рейдеров, трех рейдеров. Смотрите, какие рейдеры битые. И это не обязательно еще сражение, еще большой бутылек у нас на руках. Мне на самом деле стыдно, что я сомневался в кэше до этого матча. Ну, типа, что, ну, сложно. Просто... И scroll speed есть еще. То есть убил, отбежал. Ну добей. Добил. Минус рейдер и побежал. А пофиг вообще. Там база у нас достраивается.
Светок. Не инвульчик. Да, у нас экспанд работает. 50 лимита на 37. Как же классно он посражался. Но вообще странно было, что у Colorful был такой же лимит, как и у Кэш. Ну, может быть, это из-за того, что один разок экспанд отменялся еще. Вот. И Кэш даже не проюзал этот большой бутылек. Вот большинство игроков бы остались, ну, то есть, постарались бы вложить, наверное, в эту атаку. И, ну, короче, использовали бы этот предмет. Но он оттягивал до конца. И в результате решил сэкономить. И правильно. Я вообще очень поддерживаю эту тему, потому что, повторюсь, ну, вчера уже или позавчера говорили, что чем позже такие вот артефакты ты используешь, чем выше уровень героев и выше, соответственно, уровень способности, тем ценнее этот бутылек, тем ценнее эта мана. Вот, и Кэш припас. Припас 300 маны. Ох, а это что у нас тут на базе делается? Что-то в магазин? Магазин тайминговый. Люблю такие тайминговые магазины у эльфов. Где-то минуте на какой? На 12-й, да? Там грейды, конечно, делать. Коты битые. Орда вперед! Лови, лови, ломай его. На, ГГ. 2-0. Красавчик! Красавчик! Making it further than many, many other Western players before. And that was seemingly easy. Once again showing that Cash is a force to be reckoned with. Ребята, у Кэша реальные шансы выйти из группы на втором месте. Ну, конечно, там еще... Там посерьезнее вроде у нас игрок еще, да, остался? Давайте сейчас я быстренько зайду. Зайду, посмотрю. А, там фокус. С фокусом реванш, давай. Да. Нет, фокуса по силам. По силам фокуса убить. По силам. Инфи. Инфи уже с первого места. Тиаш, точнее, вышел из группы. Блин, Кэш реально может выбраться из этой группы. Да, с фокусом он уже завтра будет играть. Сегодня мы играем первые матчи в нижней части сетки каждой из групп. То есть все четыре группы задеваются сплэшем и проходит вот именно этот первый матч. То есть мы определяем, во-первых, человека, который точно вылетает. Например, вылетел уже OC, вылетел Colorful. Впереди матчи Fly Hunter и Лин с Лайфом. Лин с Лайфом, да, вот два аутсайдера типа. Ну, Лину просто не повезло с Хэппи встретиться в первом туре, извините, Император не прощает. Но пока очень хорошие результаты для СНГшных болельщиков, прям класс. Прям класс. Император вышел на первом месте вчера. Шикарные игры показал. Позавчера там с Лином, вчера с Соком. Без шансов. 2-0. Ну, то есть шансами, но на таком уровне прекрасном. И Кэш тоже так уверенно. Аккуратно, но уверенно. Да, интервью с Кэшем давайте послушаем. But I guess the production will make sure that we get it with the lovely Snookus and Cash on stage. More games today as we go into Group C. Hunter Fly, кажется, да? For Hunter fighting against Fly 100%, mm-hmm. And later on it's Lin versus Life. So a lot of orcs here today. 2.4 коэффициент на флеше был, там кто-то поставил, выиграл, ставка зашла. Я ему при встрече пиво куплю, говорит, как НД рада сра... Я? Давайте послушаем Кэша. Да, Кэш уже 2-0. Хорош! Какие ощущения после? Что? Я послушал уже. Грейт, кажется, сказал. Хэппи. Кэш спрашивает про Хэппи. Много отличных игроков в России. В России все хорошо с геймингом. Да, в России. Все, что нам нужно. Хороший пинг для нетиза.
他说他们只需要把拼在加强一点的话，就没有那么卡的话，他就觉得他们的技术还是有很大的提升的。那问一下他，他下一场比赛打的是Focus， 那有没有信心？Focus. Do you have any confidence in versus Focus in the next game? С Focus'ом уверенность есть? Нет. Нет, я не уверен. Я так плохо играю против орков. Блин, все карты сдала. Will you use orc or human? Ты за орк? Я еще не знаю. Это секрет. 好吧，他不愿意告诉我，因为我们知道他的副族是人族，而据英子说他的人族打得非常的好，所以我们也是要期待一下。好，再次把掌声送给 Cash。